чё творим, бро? Меня зовут Царь Геонис. И, бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь, бати, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И Суприм Банда мне слили информацию, где живет Хаки Ваки Киси Миси. Я сразу взял свой дрон и отправился по координатам, которые мне скинули. Здесь я хочу запустить свой дрон и найти убежище Хаки Ваки, чтобы в будущем прийти туда и уничтожить его. Ведь вы помните, я уже делал куклу Вуду на этого монстра, но так и не смог его убить, потому что он бессмертный. Я даже разрезал этого монстра, и у меня все еще не укладывается в голове то, что я с него достал. Я реально смог вытащить с него его сердце. Но сегодня, банда, пришло время узнать, где находится убежище Хаки Ваки. Так что давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков, и тогда я сниму аниматроника Фокси со своего дрона. Именно поэтому, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит секретная информация про раз разных монстров. Так что, бандит, скорее ставь лайк, смотри в описании, а мы тем временем запускаем наш дрон. Погнали! Что ж, банда, я надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон, и просто посмотрите на этот поселок. Именно здесь и находится убежище Хаки Ваки. Но где оно именно находится, нам почему-то не сказали. На самом деле, оно может быть где угодно. Вы только посмотрите на этот дом. Он так странно выглядит, как будто у него выкопан подвал. Ты видишь это? Я тоже заметила. Он какой-то слишком странный, но вряд ли это дом Хаки Ваки. Ведь, как я думаю, Хаки Ваки должен жить на фабрике игрушек. Мы должны найти здание, хотя бы немного похожее на фабрику. И уже там сидеть его и караулить. Возможно, он даже выйдет, и мы сможем его заснять. А может быть, мы даже залетим внутрь этой фабрики. Только вдумайтесь в это. И посмотри, я вдали что-то вижу. Да, мне тоже видно. Посреди леса есть какая-то фабрика. Но очень огромное здание. Здесь реально вокруг лес и поля. Что если это реально фабрика Хаки Ваки? О, черт, глянь на это. Очень далеко тоже есть какие-то здание, ты видишь? Я думаю, нам надо будет туда полететь, банда. Но все же для начала давайте исследуем это здание. Только посмотрите на него, какое оно огромное. Черт, банда, это здание прям слишком похоже на фабрику Хаги Ваги. Что если это реально она есть? Мне просто в это не верится, банда. Мы в самом начале видео нашли фабрику Хаги Ваги. Настя уже подлетает к ней. Вы только посмотрите, какое это здание страшное. Просто жесть. Но как для фабрики оно слишком маленькое. Да, я вижу. Возможно, у Хаки Ваки не прям огромная фабрика, а маленькая. Ему же нужно охранять всю территорию. Тем более, даже в игре была показана маленькая фабрика. Возможно, это и правда это здание. Но все же, банда, посмотрите на это здание. Какое же оно страшное. Прям мурашки по коже. А еще мы, возможно, даже сможем заглянуть в окна этого здания и увидеть уже там Хаки Ваки. Кстати, обратите внимание, к этому зданию не ведут ни одни следы. Ты. Это очень странно. Неужели сюда не приходят люди? А что если они все боятся Хаки Ваки? Возможно, он и правду здесь живет, но пока что мы его не видим. Я думаю, что нам все-таки нужно отлететь от этого здания и посмотреть, что есть еще вокруг. Может быть, там будут здания еще больше похожи на фабрику Хаки Ваки. Хотя пока что мы видим только какой-то лес. Посмотри на этот домик, может он прячется здесь? Не думай, этот домик слишком маленький. А как я знаю, банда Хаги Ваги несколько метров ростом, он огромный. Чисто теоретически он даже не поместится в этом домике. Тем более, вы только посмотрите, какой он убитый, это жесть. Хотя будет забавно, если Хаги Ваги прямо сейчас выглянет из окна этого дома. Итак, банда, мы понемногу отлетаем дальше, смотрим, что здесь есть еще. Посмотрите, как много здесь домов. Хотя, банда, мне кажется, что большинство из этих домов просто забросили.
заброшенная, здесь живет слишком мало людей. Некоторые просто съехали, потому что испугались Хаги-Ваги и Кисси-Мисси. А некоторые просто погибли уже от рук Хаги-Ваги. Это реально ужасный кровожадный монстр. Но где же этот Хаги-Ваги прячется, я пока что не понимаю. Мы уже облетали несколько заброшек и все еще его не нашли. И посмотри, там есть еще какой-то дом прямо в лесу. О, черт, банда, что если Хаги-Ваги в нем живет? Вы посмотрите, он даже более-менее целый. Думаю, нам стоит к нему опуститься и посмотреть. И глянь, там есть какие-то полоски, что это? А вдруг это мусорки, куда он скидывает все игрушки, которые спас? О, черт, это же реально может быть так, банда. Ведь ему нужно куда-то девать те игрушки, которые он уже спас. И вы только посмотрите, как их там много. Хотя, банда, это дом полностью разрушен. У него практически нету крыши, вы видите это? Не думаю, что Хаги-Ваги может в нем жить. Посмотрите, какой страшный лес, мне прям не по себе. Что ж, я думаю, что в этом селе нам уже больше нечего искать. Пришло время лететь к тому месту, которое я увидел в самом начале. И вот Настя уже подлетает к этой заброшке. Просто посмотрите, какое здесь огромное здание. И пока Настя сюда летела, солнце уже успело выйти. Ах да, забыл сказать, мы приехали к этому месту в 7 утра. Мы специально подобрали такое время, когда Хаги-Ваги меньше всего будет ожидать незваных гостей. Мы хотим застать его врасплох. Тем не менее, вы только посмотрите, что это такое. В этом здании совсем нету крыши. Не думаю, что Хаги-Ваги может здесь жить. Возможно, это просто чьи-то склады. Ведь внутри я вижу какие-то вещи. Ты видишь их, Настя? Да, тоже вижу. Интересно, что это такое? Посмотри, здесь есть следы от машин. Они просто приезжают, разворачиваются и уезжают, как будто увидели что-то странное. Неужели они видели Хаги-Ваги? Это он их так сильно напугал. Только вдумайтесь в это, банда. Просто жесть, от этой теории прям мурашки по коже бегают. Неужели он и вправду где-то здесь живет? Но в этом здании я вроде бы его не вижу. Здесь даже нету никаких игрушек. Это очень странно, банда. Где же он может прятаться? Возможно, у него здесь есть какая-то пещера или же какая-то канализация, где он прячется. Нужно скорее ее найти, Настя, пока еще не поздно. Только посмотрите на эти развалины. Стоит всего лишь две стены. Это еще так крипово выглядит. Прям мурашки по коже бегают. Посмотри! Там какая-то пещера или нора. Что это такое? Неужели это пещера Хаги-Ваги? Вдумайтесь в это, банда! Просто посмотри на нее. О, черт, попытайся как-то аккуратно опуститься ниже. Мы должны его заснять. Итак, банда, вот Настя опустилась. И просто посмотрите. О, черт, неужели там живет Хаги-Ваги? Посмотри! Это Хаги-Ваги, ты видишь это? О, господи, это реально он, банда. Я просто в шоке. Он реально жил в этой пещере все это время. Мы его просто не там искали. Вы только посмотрите, какой он страшный и огромный. Он еще берет какие-то черные мешки, ты видишь? Да, что там? Неужели там труп, банда, вдумайтесь. Или остатки от трупа, это полная жесть. Просто посмотрите, как он его несет. О, господи, это настоящий монстр. Он так странно ходит, банда. Как мы знаем, Хаги-Ваги живая игрушка. У него нету костей. Именно поэтому он так и двигается странно. Он просто не может нормально ходить. И вы только посмотрите. Вот он уже кинул этот пакет. Что он собирается с ним делать дальше? Мне прям не по себе от всего этого, банда. Давайте просто будем за ним наблюдать. Черт, какой же он криповый. Что это? Это игрушки, банда, о, посмотрите. Господи. Он просто их высыпает. Скорее всего, что это игрушки, которые он спас этой ночью. Просто жесть, ну зачем он их сюда высыпал? Что он собирается с ними делать? Просто оставить или что? Не знаю, это очень странно. Здесь вроде бы вокруг больше нету никаких игрушек. О. Почему он решил именно эти игрушки сюда высыпать? Просто посмотрите, куда он уходит. Он просто их выкинул или что? Тогда какой смысл было их спасать, я не понимаю. Это очень странно. Старайся за ним аккуратно следить, чтобы он не услышал наш трон. Что он берет? Что это? Канистра или что? Посмотри, это канистра! Что это значит? Неужели он собирается сжечь игрушки? Нет.
Нет. Что за бред? Тогда зачем он их спасал? Это реально очень странно, банда. Я не понимаю, что делает этот Хаги-Ваги. Хаги-Ваги как-то некорректно себя ведет. Зачем он спасает игрушки, а потом их сжигает? Но вы только посмотрите, что он делает. Он поливает бензином эти игрушки. Это просто жесть. Неужели он реально хочет их сжечь? О, господи, банда, мне не по себе от всего этого. Что этот монстр вообще делает? О, черт, посмотри, он чуть ли не упал. Он очень неуклюжий, банда, у него нету костей. Я вам говорил об этом. Посмотри. О, черт, что он делает? Посмотри, ты видишь это? Он их поджег, гляньте! Вы видите это, банда? Они реально горят! Что за бред? Зачем он это сделал? Посмотрите, как уже разгорелся костер! Это полная жесть! Зачем он вообще это делает, банда? Я не понимаю! Посмотри, там кто-то идет! Кто это? Это Поппи! Это первая говорящая игрушка! Она реально существует! Она тоже живая! Вы только посмотрите, банда! Она его пихает! Она кричит на него из-за того, что он сжег игрушки! Он ее пихает в ответ! О, черт, банда! У них драка! Посмотрите! Чего себе! Поппи явно выигрывает! Она намного сильнее Хаги-Ваги, как оказывается! Вы только посмотрите! Она все еще его ругает за то, что он сжег игрушки. Он пытается ее укусить, вы видите это? У него огромный рот, он пытается ее съесть. О, черт, банда, это просто жесть, она его ругает. О, господи, что он делает? Он просто ее ударил, ты видела? Он ее вырубил. Посмотрите, банда, что? У нее нож. Черт, это просто жесть, банда, мне не по себе. Посмотри, она просто его режет. Она его убила. Посмотри, добивает! Просто жесть, банда, я в шоке! Поппи только что на наших глазах убила Хаги-Ваги! У нее в платье был спрятан нож, она его достала, просто убила Хаги-Ваги! Это полная жесть, банда, я в шоке, то, что нам удалось сегодня снять! Похоже, Хаги-Ваги мертвый! Похоже, что Поппи решила отомстить ему за то, что он сжег игрушки! И посмотрите, она куда-то тащит его труп, ты видишь? А куда? О, черт! Это просто жесть! Куда она его тащит? Что происходит, банда? Неужели она его тащит к этому костру? Неужели она собирается жечь Хаги-Ваги? Посмотрите! Посмотрите, что она делает! Она просто кидает его в костер! Это жесть, банда! О, черт, он уже начал дыметь! Она тоже поливает его бензином! Неужели она его сожжет? Это просто жесть, банда! Она сжигает труп Хаги-Ваги! Вы видите это? Похоже, он реально уже навсегда умер! Это такая жесть, банда! Я просто в шоке! Там Кисси-Мисси вылезает! Да. О, черт, банда, она просто убегает! Да. Это такая жесть! Неужели Кисси-Мисси сейчас убьет Поппи? Посмотрите, она заметила Хаги-Ваги! Она начала бежать к нему! О, черт, банда, как вы все говорили, это сестра Хаги-Ваги, она реально за него переживает. Просто посмотрите, она в шоке. О, черт, она просто падает на колени. А Поппи за всем этим наблюдает. Это такая жесть, банда. Я просто в шоке от того, что мы сегодня смогли снять. О, черт, неужели она не собирается убить Кисси-Мисси? Что за бред? Ей нужно быстрее убить Кисси-Мисси, иначе она захочет отомстить Поппи и убьет ее. Посмотрите, Поппи бежит к Кисси-Мисси. Мисси, неужели она сейчас ее убьет? Посмотрите, что она делает! Она просто отрубала ей голову! Это жесть! И теперь она вкидывает ее тело в огонь! Она ее также сжигает! Ты видишь, это просто ужас, банда! Что вообще происходит? Она сама в шоке! Это полная жесть! И теперь она убегает! Она только что убила своих двух друзей из-за того, что они сжигали игрушки! Она пыталась только защитить игрушки, которые они спасали! Тут больше вопросов, как и Ваги, зачем он это сделал? Это полная жесть, теперь Поппи убегает! А те двое горят! Это жесть, банда, я просто в шок! У меня все еще это не укладывается в голове! И вы только посмотрите, вот Настя подлетает к ним! Они просто горят, как же это крипово
бег летит. Похоже, что Хаги-Ваги и Киси-Миси больше никогда не появятся в нашей жизни, потому что они мертвы. Их убила их же подруга Поппи. Это настоящая жесть, банда. Я в шоке из того, что мы сегодня сняли. По факту, Поппи сегодня спасла весь мир. Но все же я думаю, что нам стоит сделать в нее куклу Вуду, потому что она такой же самый убийца, как и Хаги-Ваги. Тем не менее, банда, вот коммент из-под прошлого видео. Просто посмотри, какие они шикарные, идеальнейшие комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно, это опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все, бро, ты уже новом видео. Лайк, колокол, коммент, и ты мной видео бандит. И помни одно, оставайся такими шикарным. Пока!